Без колющих и режущих, только нитки, тепло рук и хорошее настроение. Школьники учатся делать болгарских куколок-мартениц. Белое символизирует мужское начало, красное – женское. Болгары верят, куклы охраняют дом от зла. Традиция дарить их на 1 марта существует в Болгарии более 13 веков. Истоки кроются в легенде. Хан, к нему прилетела птичка, ласточка, и в клювике у нее был укроп, перевязанный белой и красной ниточкой. И птичка сказала, что да прибудет новая земля. И во славу этой новой земле стали делать эти куколки, чтобы земля процветала, чтобы было все хорошо. В юбилейный год улицы Старозагора болгарские традиции и историю дружбы двух народов изучают во всех учебных заведениях города. Ученики, чьи школы находятся либо на самой Старозагоре, либо рядом, ведут поисковую работу. Встречаются со знаменитыми жителями улицы, находят в архивах интересные подробности и даже расспрашивают строителей об истории каждого дома. Мы построили для коллектива Треста один из последних домов. Это в границах Старой Загоры между проспекта Кирова и Дмитрова. 13-этажный крупнопанельный дом в дубовой рощице. В городе реализуется проект, который называется «Новые старозагорские игры». Это и квест-игра, и составление карты Старозагоры, и в том числе наша лига «Что, где, когда» городская организовала специальные игры, посвященные вот этой замечательной дате, привороченной к юбилею улицы Старозагора и российско-болгарским отношениям. Запланированы в юбилейный год и взаимные визиты болгар и самарцев. Во время Дня города улица Старозагора превратится в один сплошной праздник. Буквально в каждом квартале будет происходить что-то интересное. Детские концерты, соревнования, дегустации блюд болгарской кухни. Марина Матвеевна, Алексей Золотенков. События.